Всем привет, ребята, с вами Лирики, и как вы видите, сейчас 3 часа ночи, и вы не поверите, что произошло. Вы только посмотрите на эту иконку Among Us, она стала какой-то стрёмной, и мне реально страшно на нее нажимать. Это произошло после того, как я скачал обновление для Among Us в Play Market в 3 часа ночи. Короче, ребят, мне реально стрёмно играть в эту обновленную версию Among Us, именно поэтому я включил камеру, чтобы вы смотрели, чтобы мне было не так страшно. Короче, давайте попробуем сыграть, и я надеюсь, ничего такого не произойдет. Вы посмотрите на это. Вы посмотрите, у меня игра уже лагает почему-то. Что за фигня? Меня сразу же спрашивают, введите свою дату рождения. Давайте я не буду здесь врать, мне реально очень стрёмно, я веду настоящую дату. Окей, ребята, это реальная моя дата рождения. Надеюсь, за то, что я вписал верно, мне ничего не сделают. Политика конфиденциальности, нажимаю я принимаю. Я буду просто все идеально делать, чтобы не появился никакой монстр, чтобы меня реально не пугало. Давайте попробуем создать аккаунт, получится ли у меня. Нажимаю войти. Прикиньте, пишет ошибка. Но в прошлом видео, можете вот здесь вот по ссылочке посмотреть, что я не обманываю. Я на компьютер скачал Among Us. Это было буквально вот днем. И я зарегистрировался. То есть у меня получилось войти в аккаунт. Я скачал обновление. И теперь не могу войти в аккаунт. Это как вообще? Да, это просто жесть. Ладно, ребят, придется играть без аккаунта. Это, мне уже реально начинает становиться стрёмно. Еще такая музыка какая-то стрёмная играет. Я не знаю. Лол, вы посмотрите. Версия игры, вы посмотрите, v2021.7.77a. Что за фигня? 777. Вы что? То есть это реально какая-то обновленная версия для 3 часов ночи. Блин, ребят, мне реально стрёмно играть. Я без понятия, что произойдет, когда я начну игру. Но чисто ради видоса, чисто ради вас, я это сделаю. Вы посмотрите, опять с лагами надписи. Почему так? И только что у меня был совсем другой никнейм. Он что, постоянно меняется? Смотрите, нажимаю онлайн, и уже другой никнейм. И какие-то лаги. В обновлении последнем это все пофиксили. Блин, а... Ну посмотрим, что произойдет. Нажимаю найти игру. Давайте сыграем на Airship. Нажимаю The Scale убираем. И нажимаю Ford Games. Захожу в комнату. Только зашел, сразу начинается игра. Опять мне никнейм поменяли. Вы что, издеваетесь? Пока что ничего такого страшного я не вижу, кроме стрёмной музыки. Черный экран. Что? А, все, хорошо, началась игра. Я попался членом экипажа. Хорошо. Ну, давайте появимся в грузовом отсеке. И сразу же куда-то убегаем, пока нас не заметили. Я, кстати, ребята, играю в эту игру всего лишь третий раз где-то. Третий, четвертый, поэтому я квесты вообще не проходил. Я только снимал видосик. Блин, а, как видите, я нуб. То есть я просто снимал видосы. И квесты не проходил, и получается, я здесь квесты вообще не знаю, что здесь надо делать. А, ну это, в принципе, одинаковые. Типа, на других картах они тоже есть. Кстати, ребят, вы заметили? А, во, есть кто-то. Ребят, мне реально стало очень стрёмно. Типа, я хожу, ни одного чувака на карте не вижу. Ну, реально, очень стрёмно стало. Окей, уже розового замочили. Нашел его оранжевый. Я, кстати, в чат могу писать? Я не могу писать в чат. О боже, тупо аккаунт не могу зарегать, и поэтому не могу писать в чат. Чувак написал, что слимухал, этот желтый типа предатель. Но так как оранжевый кинул репорт, я думал, что это оранжевый. Но раз уж на него пишет совсем другой чувак, то тогда я голосую против желтого. Возможно, он прав. Надеюсь, ничего не случится, ребята. Так, ребят, смотрите, проголосовали против светлого? Хотя желтый вообще ничего не писал. Это как вообще? Никого не выбросили, ничья. Ну ладно, везет хотя бы, что один предатель, что мы играем против одного предателя. Давайте появимся в этот раз в архиве, ближе, ну, типа, к квестам. И попытаемся пройти квест, блин, этот квест я ненавижу. Он меня сейчас желтый убьет, по-любому. Пожалуйста, желтый, не мочи меня. Желтый, походу, свой. Он меня только что мог реально очень легко замочить. Типа, спуститься, мочит, прыгать в люк. Но он этого не сделал. Посмотрим. Туалет чистить, камон. Задание выполнено. Окей, так и что, получается, у меня последнее задание осталось, и все? Блин, как-то очень мало заданий. Я думал, что на этой карте будет очень много заданий. Желтый нажал на кнопку, поэтому я уже против нее не буду голосовать. Смысл ему нажимать на кнопку. Я проголосую против этого чувака, который так и продолжает в чатик писать, что это желтый. Что? Опять голоса разделились, только уже между синим и светлым. Ребят, что происходит? Я не могу понять. Мы что, так и будем играть в ничью? Никого не выбросили, ничья. Ладно.
Надо квест последний выполнить как можно быстрее, пока меня не убили. Наверх бежим. Сверху меня никто точно не будет мочить. Сверху вот просто убивать, это просто грех. И квест у меня находится здесь. Что здесь надо сделать? Что я должен писать? Ребят, помогите, что я здесь должен писать? Ввести код доступа? А где мне его взять? Ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, я реально без понятия. Без понятия, как пройти последний квест. Если я его не пройду, то мы проиграем. Я уверен, что проиграем, потому что тут импостера очень легко выигрывать. Его найти очень сложно, да и к тому же у меня еще чат не работает. Ребят, все, я буду здесь стоять, мне реально очень стрёмно. Только кого-то вижу, сразу же прыгаю на платформу и уезжаю на другую сторону, чтоб меня не убили. Мне все равно на игру, я не хочу ее выиграть, и главное, чтобы меня не замочили. Блин, ребят, выключили свет, я ничего не вижу, меня сейчас могут очень легко убить. Капец, я испугался. Я реально очень сильно испугался. Я там увидел желтого. Желтый, возможно, не успел среагировать. Я сразу же прыгнул на платформу и уехал от него. Блин, это было реально очень стрёмно. Покидает игру. Я не знаю, сколько нас осталось. Я последнее задание все равно не смогу выполнить. Нам единственный способ выиграть, это выкинуть импостера. Так, давайте перейдем на другую сторону. Что? Я залагал на 2 секунды и не мог ходить. Прикиньте. Смотрите, нажимаю использовать, не используется вообще. Что это такое? Вы посмотрите на это. Давайте попробуем с разбега. Ребят, попробуем с разбега. Не работает, просто платформа не работает. Yes! Еле-еле нажал. И тут черный труп. Сейчас на меня подумают, что я убийца. Нет. О май гад. Синий. Подумают, что я убийца, да? Синий убийца, по-любому. Вы видели? Только что. Он здесь стоял. Вместо того, чтобы кинуть репорт, он куда-то убежал. То есть он наверняка знал, что здесь труп. И типа... И смотрите, он хочет меня убить. Он хотел меня убить только что. Он с кем-то прибежал. Но я все равно не смогу сказать, что это old step. У меня чат не работает. А давайте попробуем воспользоваться. Обвинение. Голосуем за old step. Все, ребят, работает. Quick chat неплохо работает. Голосуем за old step. И все, кстати, пишут old step. Все, ребят, надеюсь, мы выиграем. Если мы выиграем, то получается с этой версией обновления все нормально. Мне в это не верится. Но я думаю, что мы выиграем. Что? Вы видели только что, этого чувака не было? Этот чувак был. Потом этого чувака выкинуло, этот чувак появился. И тут никто не ливнул, не было надписей. Это как вообще? Что происходит? Ребят, походу я поспешил с выводами, и сейчас что-то случится, и мы по-любому проиграем. Вот я прям уверен. После таких лагов, смотрите, опять квесты пропали. Я уверен, что сейчас что-то случится. И почему никто не голосует? Я пока рассказываю, даже этого не заметил. Почему никто не голосует? Что за фигня? Что произошло? Стоп. Ребята, что это? Что это? Итоги голосования, скипет voting, пролет. Что происходит? Никого не выгнали. Я так и не понял, что произошло, ребят. Смотрите, сейчас 3 часа 36 минут. Какая-то вот я играю на компьютере, и какая-то фигня реально происходит. И дверь закрыта. Я могу ее открывать? А чтобы ее открыть, нужно использовать карточку, хорошо. Это хотя бы не лаг. Что, чтобы каждую дверь открыть, надо карточку использовать? Я не хочу умирать, короче, ребят. Я бегу к этой нычке. Блин, я сейчас просто потеряюсь. Я бегу как можно быстрее к той нычке, к переправе. И сейчас буду через нее перебираться. Блин, а переправа на той стороне. Ребята, только не убивай, светленький. Я надеюсь, все-таки импостер тот олд. Old Imposter, пожалуйста. Ребят, осталось совсем чуть-чуть квестов сделать, я это заметил. То есть, если я пройду этот квест, мы, по сути, можно сказать, выиграем. Но как его пройти? Как? Стоп. 5-5-0-5-2? Может, это 5-5-0-5-2? Да! Я сам догадался, лол. Я реально еле заметил те цифры. Я их писал, и это сработало. Блин, вы не представляете, какое у меня сейчас счастье. Это просто жесть. Я реально не знал, как пройти этот квест. Вот просто клянусь вам. Сам заметил? Вот кто из вас сам догадался? Напишите в комментариях. Кто из вас сам узнал, как пройти этот квест? Блин, ну я буду ходить со светлым. Он наверное, не импостер. Плюс, я только что прошел квест. И он точно знает, что я тоже не импостер. Мы должны искать трупы, потому что если сейчас импостер придет, кого-то из нас убьет, мы проиграли. Идем искать какие-то трупы. Идем что-то поищем. Надо найти какие-то трупы. Блин, чувак, еще один ливнул. Еще и светлый ливнул. В смысле? Что происходит в этой игре? Я так и не понял, ребят. Мы сейчас реально проиграем. Надо на кнопку нажать. Бежим на кнопку, нажимаем. Кнопку, я успею нажать на кнопку. Пожалуйста. Быстрее на кнопку нажать. Фиолетовый здесь АФК стоит. Нажимайся. Yes, я успел нажать на кнопку, ребят. Наш последний шанс. Сколько нас вообще осталось? А нас, кстати, не так уж мало осталось. Хотя было написано, что все поливали.
Нас осталось немало. Опять кто-то ливнул. И опять нас 6 осталось. А, нас 5 осталось. Олд степ лину. Фиолетов лину. Победа, ребята! Ребят, мы выиграли. Как это так? Ребята, вы посмотрите. 3 часа 39 минут. И я выиграл. Я выиграл в эту игру. В смысле? Я в это вообще никак не верю. Я думал, сейчас придет какая-то полнейшая дичь произойдет. И мы точно проиграем. Но я выиграл. Не, ну я в это не верю. Должно что-то произойти. Давайте попробуем еще раз сыграть. Должно что-то произойти. Ну, типа, что это за версия 7.77а? Ну, типа, по-любому должно что-то произойти. Давайте попробуем сыграть против 3 импостеров на карте Airship, где я за одного импостера выигрывал тупо на изи. Я не знаю, возможно ли выиграть 3 импостеров на карте Airship, но мы с вами сейчас это попытаемся сделать. Окей, ребята, началась игра, немножко подлагивает, я попался предателем. И что мне сделать? Вот я предатель, что мне сделать? Блин, да мне уже точно никто ничего не сделает. Вы посмотрите на... Что так лагает? Что с игрой? Вы посмотрите, немножко странно выглядит, не? Что это такое? Посмотрите на это. У вас не лагает, ребята? Что это? Так, короче, ребят, можно не переживать. Я по-любому выиграю эту игру, потому что я предателем попался. Нас здесь 3 предателя на карте Airship. Нам ничего не сделают. Просто беру, чувака мочу, все, и ухожу отсюда нафиг. И все, ребята, изи катками, теперь никто ничего не сделает. Стоп. Посмотрите, черный экран просто у меня стал. У меня стал черный экран, и я не могу ходить. Что за фигня? Вы слышали? Вы слышите? Что за фигня? Куча киллов просто происходит. Что за фигня происходит? Что за нафиг? Ребят, что за нафиг? Что за фигня? Я проиграл? В смысле? Смотрите, пишет поражение. А ну давайте нажмем play game. И как это вообще понять? Просто я попался импостером, прикиньте? Я убил чувака, короче, убежал, выключился свет. Куча каких-то киллов произошло, и все, и поражение. Это как вообще? Всю мою тиму просто убили? Или что произошло? Короче, ребят, я вам не советую играть в Among Us 3 часа ночи, просто выключаю его. Ребята, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропустить следующее видео про Among Us. Ну и также посмотри вот это вот видео, оно реально очень крутое. Всем спасибо за просмотр, и встретимся днем.